И доброго времени суток, вы на просторах игрового канала Ичи Геймс. Меня зовут Антон, или же просто Ичи, и сегодня мы продолжаем читать визуальную новеллу «Бесконечное лето». И это уже пятая серия подряд, которую я записываю, так что не обессудьте. Если что. Ой, ошикается что-то. Прошу прощения. Однако далеко уйти не получилось. Уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограмм. С одной стороны, до столовой оставалось всего каких-то пару сотен метров. С другой же, даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, под мышкой или даже на голове, казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками, к ночи как раз добрался бы, как услышал голос позади себя. «Может, тебе помочь?» Предо мной стояла Лена. «Не думаю, что у тебя это получится». Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что мне катастрофически не хватает физической формы. «Я могу за тележкой сходить». «Тележка». Почему я сам об этом не подумал? Да, это было бы здорово. Подожди тут, я быстро. Она улыбнулась и убежала в сторону площади. И что бы я без нее делал? Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчивая, а иногда и вполне может проявлять инициативу. Я задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Ни тени робости на лице, наоборот, улыбка, уверенность. Предложение помочь само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим, но от Лены... Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. Я поставил на нее мешок. «Спасибо». «Не за что». Она покраснела и уставила себе под ноги. «Ну вот, опять». «Тогда я пойду». «Да, удачи». «И еще раз спасибо!» – крикнул я ей вслед. Иногда мне показалось, что в Лене живут два разных человека. Но второй, уверенный в себе, веселый и местами даже какой-то дерзкий, появляется только предо мной. Или мне опять все это кажется? Я решил, что лучше принесу все ингредиенты одновременно, поэтому направился с тележкой в сторону домика Ольги Дмитриевны. Наконец, все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешок с мухой. С мухой. Окей, ладно, я уж говорил, что это пятая подряд. Могу оговариваться и все такое. Мешочек с мукой, а сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. Пиво же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру, и это значило, что пора спешить, ведь торт еще надо испечь. Конечно, я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег, закрыл глаза и заснул, но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну. Более того, после сегодняшних приключений я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего этого мероприятия. Выйдя на площадь, я ненадолго остановился, чтобы отдышаться. Нет, тележка не была тяжелой. Ехала легко и не приходилось прилагать особых усилий, просто любые физические нагрузки вызывали боль. И физическую, и душевную. Я присел на лавочку и закрыл глаза. А что это? Мне было наплевать, кто это, наверняка просто какая-нибудь пионерка, заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью. Ты о чем? Устало спросил я. Она ничего не ответила. Ингредиенты для торта. Ты любишь торты? Не знаю. Я не знаю, почему я замурлык. Хотя нет, я знаю. Почему-то, учитывая, что тут не написано ничье имя, что-то мне подсказывает, что это один из персонажей из секретной концовки. Точнее, персонаж из секретной концовки. Там, в принципе, других как бы не... Хотя, в принципе, если выйти на линию с Семеном, там тоже есть некоторые персонажи. Надеюсь, я никому особо не проспойлерил. Сам не люблю спойлеры. Ну, кроме некоторых моментов, когда я просто осознанно, скажем так, воспринимаю спойлеры и знаю, что мне будут спойлерить.
И намеренно на эти самые спойлеры иду. Ну, если что, извините. Но мне почему-то кажется, что это, в общем-то, тот персонаж, с которым связан и вот этот робот-кошка-девочка. Потому что просто так все-таки я не думаю, что они стали бы делать именно Неко. Ладно, не суть. Не знаю. Что, никогда не пробовала? Не знаю. Девочка, очевидно, не понимала, про что я, но тогда это не показалось странным. Разговор меня совершенно не интересовал, так как я устал настолько, что имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители, разделять их на обычные и необычные. Понятно. Ты приходи, попробуешь. Правда? Правда? А из чего их делают? Кого? Рассеянно спросил я. Эти твои торты? Ну, мука, сахар, начинки всякие. Какой-то странный вопрос. Неужели она не знает, из чего состоит торт? Это все у тебя там? Да, частично. И сахар? И сахар. А можешь мне немного отсыпать? Зачем? Это уже было, пожалуй, чересчур. Ух ты, ветерок. Внезапно налетел ветер, я инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза. Однако предо мной никого не было. Неужели мне все это почудилось? Однако мешок с сахаром развязался, а под ним на земле высилась небольшая белая горка. Может быть, она ветра испугалась и убежала? Поправив пах... Пахлому. Пахлаву, блин. Поправив пахла... Поправив поклажу, я встал со скамейки и продолжил свой нелегкий земляничный путь. Возле столовой не было ни души. Ничего удивительного, ведь до ужина оставался еще час. Я подкатил тележку к заднему входу и сдал продукты с рук на руки местной поварихе. Наверное, она уже была в курсе, что с ними делать, поэтому и посмотрела на меня так недобро. Не уверен, сколько по времени занимает приготовление торта, но, видимо, ей придется поспешить. Оставшееся до ужина время хотелось просто отдохнуть. Проще говоря, я слишком устал, поэтому сел на ступеньки и принялся ждать. Глаза закрывались сами собой. Наверное, за весь день меня слишком сильно разморило, поэтому я и не заметил, как кто-то подошел и легонько стукнул меня по плечу. О, Мику! Привет! Предо мной стояла Мику. И тебе. Даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражения у себя на лице. Извини, я помешала, наверное. Да нет, я просто сидел. А, ну тогда ладно. Мику расплылась в улыбке. Я просто шла на ужин, думала, что уже пора, а оказалось, что еще рано. Но я все же решила проверить. Может, не я ошиблась, а часы? Ну, то есть часы не могут ошибаться, просто я их не так поняла. Кажется, она окончательно запуталась и замолчала. Еще полчаса примерно до ужина. Отлично, тогда я с тобой тут посижу, подожду, не возражаешь? Откровенно говоря, я возражал. Знаешь, у меня еще дела кое-какие. Я поспешно встал и, не прощаясь, удалился, как обычно, игнорируя Мику, что-то кричащую вслед. Через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии. Пожалуй, такое со мной впервые за последние 4,5 дня. Я не просто злился на какие-то незначительные неудобства, а по-настоящему бесился. Меня абсолютно перестало волновать, где я и почему я здесь. Не волновало меня и то, как выбраться отсюда. Сейчас я больше негодовал из-за того, что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вожатой. Именно я вечно попадаю в идиотские ситуации, а иногда и вообще выступаю шутом. Если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума, то им неплохо бы показаться психиатру. И я скрипнул зубами и сжал кулаки. И самое обидное в том, что все происходит как-то само собой. Я был бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром, но выбора-то никакого нет. Точнее, альтернатива приведет к куда худшим последствиям, чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие.
На кого злишься? Предо мной стояла Ульянка и ехидно улыбалась. Ни на кого, рассеянно ответил я. Однако кулаки меня выдавали. Так, просто... Ладно, ладно, дело твое. Ты лучше скажи мне, зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками? Дела были. Нехотя ответил я. Судя по всему, это продукты. Может и продукты. Ульяна собиралась что-то сказать, но в это время заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Я с облегчением вздохнул и быстро направился в сторону столовой, оставив Ульянку позади. «Семен, спасибо тебе огромное!» «За что?» Вожатая приветливо улыбалась. «За торт!» «А, да!» В тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки «Спасибо в карман не положишь». «Ты же никому не рассказывал, это должен быть сюрприз!» «Да!» «Вот и молодец!» «А теперь давай, марш на ужин!» Ольга Дмитриевна махнула рукой в сторону столовой. Я медленно переступил порог и принялся искать свободные места. Сегодня их оказалось много, так что появилась возможность поесть в одиночестве. На ужин давали рыбу с картофельным пюре. «Так, дайте подумать, пятый день, по-моему, у нас идет, да?» «А он, получается, прибыл в воскресенье, и если у нас на обед дают рыбу и на ужин, то получается у нас сегодня четверг в игре, рыбный четверг». «Опять неудача, осталось... Опять неудача, останусь полуголодным, да и к тому же рыба была в обед. Сегодня что, рыбный день? Ну вот и я об этом говорю, рыбный четверг». Отодвинув в сторону тарелку с жареным морским обитателем, я опустил голову на руки и закрыл глаза. Но вскоре к моему столику кто-то подошел. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил я, не меняя положение. «Устал?» «Да, есть немного». «Это плохо», — серьезно сказала Славя. «Еще бы». «Ты же помнишь, что после ужина мы все в поход идем? Уже собрался?» «Чего? Куда?» Я моментально открыл глаза и поднял голову. Рядом со Славей стояла Лена. «Поход!» Она удивилась. «Ты не знал?» «Нет». Я опустил голову на стол и закрыл ее руками. Если бы сейчас была возможность провалиться под землю... Девочки молчали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями, и меня это вполне устраивало. Может быть, удалось бы даже так просидеть до конца ужина, но из дальнего угла столовой донесся громкий голос Ольги Дмитриевны. «Ребята! В честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика мы приготовили для вас этот торт!» Я нехотя поднял головы и посмотрел в сторону вожатой, но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. «Сейчас! Сейчас!» А про меня даже и не упомянули. Что я Шурика спасал, что продукты для торта искал, таскал. Как будто так и положено. Что же, от вожатой этого стоило ожидать. «Пойдем, а то без нас съедят». Славя улыбнулась. «Пойдем», согласилась с ней Лена. «Да, конечно». Я нехотя стал и поплелся за девочками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. «А теперь...» «И-и-и-ха! И-и-ха! И-и-ха!» Знаете, почему я такой звук издал? Потому что реально, это мне напомнило Родео. Женя, это же Женя, пытается удержать Ульянку, тянущуюся к торту, и... Даже Лена вдруг пальчиком макнула, да? Закончить вожатая не успела, потому что из толпы пионеров выскочила Ульянка и накинулась на торт. Она успела надкусить его в нескольких местах до того, как ее начали оттаскивать. Ульянка упиралась и визжала. До всей этой картины я безучастно наблюдал со стороны. Улыбающаяся Алиса, Лена, которая пальцем подцепила немного крема, негодующие пионеры вокруг. Казалось, мне просто здесь не место, сейчас закрою глаза, открою, и вот я уже дома, перед компьютером.
И вообще немножко странно как-то это, знаете, такой маленький торт на такую большую группу пионеров. Реально странно. Ну да ладно. Я моргнул, но ничего не изменилось. Только шум, гам и крики стали отчетливее. Ульяна, это уже переходит все границы. Действительно, такое поведение — это перебор даже для нее. Разговор или трибунал вмешался в Шурик. Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт мою честь, то ничего страшного. Он замялся. Неважно. Вожатая повернулась в сторону Ульяны. А ты? Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала. Ради бога. Она фыркнула и отвернулась. Сегодня с нами в поход не идешь. Да больно надо было. Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульяной и не пошел бы в поход вместо нее. Но кто же знал? Если бы догадаться заранее, я бы первым полез крушить этот чертов торт. После пары минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора собираться. Через полчаса построение на площади. Я посмотрел в глаза вожатой, пытаясь невербально передать все свое отношение к происходящему, но вышло у меня, видимо, не очень. Не опаздывай! Направляясь к выходу, я подошел к Ульянке, которая сидела на столе. И зачем? Выглядела она крайне обиженной. Впрочем, было на что. Захотелось, резко ответила Ульяна. Довольна результатом? Довольна. А тебе удачно в подход сходить. Она ехидно улыбнулась, вскочила и выбежала из столовой. Удача мне не помешает. Дорогу осилит идущий. Эта поговорка крутилась у меня в голове. Всю дорогу до домика вожатой. Вот, но в поход мы с вами, ребят, отправимся уже в следующей серии. Но я либо, в общем-то, в тот же день, когда вот эти 5 серий отснял и это все дело позаписываю, либо уже, не знаю, может, на следующий день, потому что реально надо отдохнуть. Пока что больше ничего не буду записывать. Как-то так. Вот. Ладно, что же, так или иначе, надеюсь, вам понравилось, и вы оцените мои усилия и поддержите все это дело лайками и комментариями. Что же, на этом все. С вами был Антон из же Просто Ичи. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс, и всех вам благ, удачи и пока!